Кто хозяин здесь? Вот кто хозяин? Саиби, кто? Аджаба. Кто старший? Хусейн Амджаб. Хусейн Амджаб. Мы решили знакомиться только с хозяевами. Зачем нам посредниками? Сказали, что самый старший сейчас за старшего рыбак Хусейн. Хусейн Аби. Хусейн Аби. Сиз мы эн önemli киши бурда. Önemli değil canım. Ben büyük oldum işte. Ben büyük. Я самый, не то, что я самый главный, но я самый старший. Скажите, приятно познакомиться. Меня зовут Саша. Мерава. Александр, Искандер. Мерава. Искандер. Мерава, Искандер. Искандер, да. Однороги. То есть двурогий там был другой человек неприятный. У меня вопрос. Вы действительно сами сейчас еще выходите в море на рыбалку? Сиз садеге сатуемусунус, йокса? Да. Нет, мы вообще торговцы. Мы, то есть у нас есть рыбаки, те, кто вылавливают рыбу, а мы торговцы, то есть мы уже занимаемся именно ее продажей. Я понял. То есть он никогда рыбу сам не ловил? Сиз кендиниз балачик мюсунус. Нет, 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 нет. Да, это отдельно, как это, отдельная специализация. То есть чем уже специализация, то есть это самый лучший профессионал по продаже рыбы. Все понял, все понял. Рыбы, если он профессионал по продаже рыбы, последний вопрос, я буду уходить. Вопрос такой. Какая рыба здесь сейчас у вас самая лучшая? Şimdi şu an en iyi balık en güzel hangisi? Şu anda kalkan mevsimi şu anda. Ha. Пока покажет. Покажите. Bir gösterebilirsiniz. Bak kalkan balı bu. Şimdi kalkan mevsimi. Сейчас идет сезон камбалы. Камбалы. Бол чекти, ужуздада. О кач ай, йода кач ай. Бир ики ай мо? Ики ай. Ики ай. Два месяца в году, апрель и май, это сезон камбалы. И сейчас как раз получается сезон камбалы. Фиатлар насыл? Еще бугун ужуздада. 180 лира, да бугун 50 лира дышки. Вчера, например, она стоила, то есть сейчас самый пик. Вчера 80 лир килограмм стоил камбала, сейчас 50 лир килограмм. То есть это считается, что это дешевее. Так что я говорю, мои герои. На филеечку пошел рыбачить. Хорошая рыбка, хорошая. Блин, ну прям красиво, да.